Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор об очередной трансферной Санта-Барбаре в рамках российского чемпионата. Мы сосредоточимся на Александре Соболеве и его затянувшемся переезде из Москвы в Санкт-Петербург. В общем, хоть в свое время в легендарном фильме «Браты» говорили, что в Москву ехать нужно, там вся сила, но в футбольном смысле сейчас у нас обратная пропорциональность. Вся сила в Санкт-Петербурге, там действующий чемпион, и там с высокой долей вероятности чемпион следующий. Тем более, что сейчас мы видим, как активно «Зенит» ведет свою трансферную политику. Поэтому здесь Соболев вполне возможно пытается набрать себе трофеев, завоевать чемпионство, пусть и сидя на скамейке запасных, и таким образом реализовать свой потенциал хотя бы в виде вот этих самых трофеев, медалек и всего остального. И здесь главный вопрос заключается в том, как будет оформлен этот переход. Потому что для «Спартака» сейчас, наверное, принципиальный момент, как можно больше выжить из этой сделки. После недавних, как видимо, скандальных ситуаций внутри клуба, удерживать Соболева в «Спартаке» будет, наверное, сомнительной идеей со стороны коллектива и со стороны руководства. И поэтому сейчас «Спартак» так или иначе будет чуть ли не вынужден продавать Соболева, который там уже и, по слухам, тренировки саботировал, и возмущался чем-то постоянно, тем, что Виллиано Жозе подписали, и все в этом духе. И получается, здесь «Спартак» во многом обречен продать Соболева. Но в зависимости от того, какая будет сумма трансфера, эту сделку будут воспринимать либо провалом, либо успехом. И вот тут давайте обсудим, какие последние сообщения по Соболеву, который вроде как в течение 2 дней должен перейти в «Зенит», какие деньги будут заплачены и насколько это деньги будут адекватны уровню Соболева. Но сперва, хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором я регулярно выкладываю статьи и заметки на футбольную тематику. Там же вы можете получить еще и очень приятный бонус от наших друзей из компании Пари, а именно фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, вы попадете на мою телегу и получите там все нужные инструкции. С помощью них вы получите подарок. В общем, не затеряйтесь. Ну и вообще, подписывайтесь на мою телегу, там много всего интересного. Итак, касательно Александра Соболева, здесь, на мой взгляд, мы видим классический пример, когда футболист своим поведением, своими какими-то акциями неповиновения делает хуже и самому себе, и клубу в целом. Потому что если говорить о первых слухах по возможному переходу Соболева в «Зенит», там были максимально мощные ценники, вплоть до того, что «Спартак», дескать, ставил перед «Зенитом» условия. Вы либо выкупаете за полную сумму, которая прописана в контракте, то есть за сумму выкупа, либо идите лесом, игрок остается у нас. Сейчас же, ну, скажем так, «Зениту» удалось, получается, сократить возможную сумму трансфера в 2, а то и 3 раза. Тут разные просто сведения есть касательно итоговой сделки. Сейчас, в частности, появляются сообщения о том, что «Зенит» заплатит 10 миллионов евро плюс 2 миллиона возможных бонусов. И это, мягко говоря, меньше тех денег, которые были обозначены первоначально. Но мы должны понимать, что с тех пор ситуация поменялась, в том числе из-за поведения Соболева, который так или иначе бузил, шумил, и все эти шумные истории проникали в прессу, доходили до «Зенита», и «Зенит» понимал, что можно давить на «Спартак». Потому что, ну, «Спартак» оказался в патовой ситуации. Удержать футболиста, но он играть будет не на 100%, всем понятно. При этом не пойми, что будет внутри коллектива, если Соболев начнет вновь сколачивать банду какую-то вокруг себя. И лучше уж действительно отдать игрока от греха подальше. Ну и здесь, да, главный вопрос, как я уже отметил, касается денег. И вот тут, по мере того, как слухи проникали в прессу, и по мере того, как затягивался вопрос переезда, получается, что сумма трансфера вот постепенно скатилась. Так что Соболев определенно хуже сделал «Спартаку», да и для себя, наверное, сейчас он не очень красивый имидж выстраивает, в том числе перед болельщиками новой команды своей, того самого «Зенита». Короче, ситуация здесь вот такая, запутанная. И давайте будем откровенны, Соболев сейчас находится в той ситуации, когда он по факту в «Спартаке» все мосты, наверное, сжег.
И в «Зените» вряд ли он будет играть и играть стабильно, учитывая наличие Касьеры. Для «Зенита», как видим, это просто попытка найти более мощную альтернативу для Сергеева, во всех смыслах. Более мощную в плане уровня игры, ну, Соболев, наверное, поталантливее Сергеева, более мощную в плане стилистики. «Зениту», судя по некоторым инсайдам, был нужен нападающий столб. Поэтому здесь «Зенит» Соболеву уготована роль вот такой, ролевой какой-то модели в «Зените», ролевого футболиста, таранного нападающего, который нужен от случая к случаю, и который, скорее всего, значительную часть матчей начнется с скамейки запасных. Поэтому тут, опять же, Соболев оказался в очень паршивой для себя ситуации, но, наверное, сам виноват во всей этой истории. Тем более, что, судя по слухам, «Спартак» ему так или иначе предлагал продление контракта, но Соболев там пальцы гнул и требовал каких-то неадекватных условий. И сейчас, опять же, «Спартак» поезжает к стенке, «Зенит» на этом сэкономит, но вряд ли получит какую-то звезду в лице Соболева, ждать здесь второго Дзюбы не стоит, а Соболев окажется, скорее всего, игроком резерва. И непонятно, как он на это вообще отреагирует. Поэтому тут трансферная сделка близка, как видим, к завершению, и здесь очень много проигравших. И под большим сомнением, будут ли победители. Касательно того, что за Соболева, судя по всему, заплатят 12 миллионов, но опять же, если говорить о реальном качестве Соболева как футболиста, наверное, он столько не стоит, вот ей-богу, особенно по прошлому сезону. Но учитывая то, что это лимитный игрок, учитывая все обстоятельства, для «Спартака» продать Соболева за двенашку все равно будет не самым удачным выходом из ситуации. Да, это деньги, деньги серьезные, но опять же, учитывая первоначальные желания «Спартака» и запросы, получается, что «Спартак» в этой трансферной битве уступил. Что «Спартак» заставили снизить ценник, что заставил снизить ценник в том числе и футболист, который так или иначе давил на команду изнутри. И получается, что здесь, например, и вот этого, многие другие игроки точно так же могут заинтересоваться подобным вариантом решения вопросов для того, чтобы уйти из «Спартака» в тот же самый «Зенит». Так что тут, как я уже сказал, победителей в этой сделке практически нет. Но сделка все равно будет завершена, потому что, как я сказал, мосты со «Спартаком» у Соболева, скорее всего, уже сожжены.